Давай не пролом заглянем. Да. Что делаем? Выходим. Ан, поговори с ним, чтобы открыл ворота. Слышь? Сталкер в нашем снаряжении. Вижу. Кто такой? Тушите этот костер, блядский. Он не тушится. Опа. Еще один. Шо, подсолнух, вылезай. Кто это такой? Не знаю, но я его нашел. Че у него там? Сайга вроде. С прицелом? Почему ты там пока держи этого с автоматикой? Ни повязок, ничего. Кто это? Не могу знать. Задерживаем. Давай, для выяснения обстоятельств. Что за дела? Спим в неположенном месте, товарищ. Что значит спим в неположенном месте? Вы куда меня тащите? Кто такой? И этого. А что за фигня? Алло? Вы что творите? Алло, что за фигня? Успокоимся. Откуда у тебя военное снаряжение? Что за беспредел, бля? Алло? Так, спокойнее, товарищ нейтрал. Кто это такие у вас на территории были? Ни знака опознавательных, ничего, еще военное снаряжение. А кто им? Как раз ищем. Как ты думаешь, у кого тут военное снаряжение из двух? Пусти, ну, вот, поставь. Нас. Что за хрень? Все, лежи, не рыпайся. Не, подожди, а этого за что повязали? Он просто нету. Подозрительный какой-то. Что значит подозрительный, блядь? Прилег тут это, чуть-чуть кимарнуть, блядь. Я просыпаюсь связанный, блядь. Что за беспредел? Да ладно, забирать, да ладно, можете, у него военное снаряжение, но это при чем? А кто ты, как его звать? Я только проснулся. Как тебя зовут? Не отзывался. Я? Да. Вареный я. Варёный, я что знаю. КПК, я рацию забери свою тогда потом. Это варёного отпускать, я его знаю. Ну как я могу, если у меня руки связаны? Отпустите его, отпускаю. Третьим, бля, на пушку быстро. Отпустил. Так, я перебинтуюсь. А этого как звать, не знаешь? Этого не попросил. Я ж так проснулся. Это Тони. То есть у вас на территории свободно разгулю... Подожди, я его тоже так, знаю. Так, Тони? Он молчит просто. Так, Тони мы точно забираем. Подожди, а чего вы его забираете? Подожди, то не это. У него военное, блин, снаряжение. Это раз, автоматическое оружие, это два. Подожди. Какое это? Давай поговорим, я его тоже знаю. Человек спит, вы его сонного загрузили. Да, вот сонного забирайте, давайте пока не так. Надо разобраться, как бы. Все мы это фиг. На КПП разберемся. Вы как бы на моей территории, как бы на базе нейтрала забираете сейчас сталкера. Ребят.
Сталкер, военное снаряжение. Мы объясните, откуда у него снаряжение. Нарушителя. Это раз. Ну подожди, может он снял с какого-то обнаружено военного снаряжения. Умер. А на наш патруль вчера напали. Он спит, они его в бетер пытаются загрузить. Ну ты нормальный, он спит, вы в бетер загружаете. Человек даже не понимает. На базе нейтралов, кстати, вообще беспредел какой-то. Натуре. Спящего человека. Мы с ним поговорим, и придет во что не обратно, не переживай. Не-не, давай, да, выпускай его. Когда заговорит, тогда и будем разговаривать. Че да как. Это сталкера я знаю, и я ручусь за него. Человек он хороший, ни один раз не жизнь спас и помог. У нас всего хорошо, к нему мы, два короче, вопроса. Мы выгружаем вашего Тони, собираем автоматическое оружие и военное снаряжение. Ребята, сюда по одному подходим. Как вы можете со спящего взять просто его обшмонать? Вы же не бандиты. Это военное снаряжение. Ну, военное снаряжение пусть забирает. Так может ему ученый дал. Может у него задание от ученого. Надо же разобраться сначала. Я очень сильно в этом сомневаюсь. А ученый сейчас спит? Ученых у нас сейчас нет, они уехали от нас. Ну так надо дождаться, какой-то беспредел, блядь, творится. Ну подожди, ты. Ладно, забирай. Беспредел бы тут творился, если бы мы его прямо на месте к стенке поставили. Не, ну вы спящего человека связали, хотели увезти, сейчас его хотите голым оставить. Да, по-другому. Выгрузи мне сейчас этого парнишу, Тони. Нет, это вообще что-то творится сумасшедшее. Блять, где он? Значит, мой верничий. Я сам у него возьму, скину вам. Давай. Я на 100% уверен, что лицензии на ношение автоматического оружия у Тони нету. Так надо у него спросить, есть, может быть он у него лежит. Что... А может подожди, быть я могу пробить по базе? У него есть, он лично мне... Ёбаный бро. Лично мне тогда давал удостоверение. Все, короче, стягиваю с него броник. Он видишь, он уснул. Проснется? И что? Я могу это сделать сам. Ну, пропадет. Зону заберет, не знаю. Ничего не заберет, мы заберем. Но я не могу сейчас ничего сделать. Я не смог сейчас ничего сделать. Я же говорю, он уснул. Да, хороший бой, да. А, ребята военные, вы бы сходили, сбегали, это посмотрели, там автомат работает. Вы же автоматику ищете, да? Да. Все, тогда ну, парни съездите, с собой забираем и едем. За железнодорожным мостом. И потом приедете сюда тогда, разберемся. Никто не говорит. Да, какой у тебя позывной? Мелкий. А ваш какой? Мелкий, смотри, если мы приедем, и Тони тут вдруг как-то не окажется, мы будем спрашивать с тебя. С меня спрашивать, во-первых, как бы не надо. Во-вторых, можешь рассказать... Ты за него поручился? Ну, спрашивать с меня не надо. Потом... Ты за него сейчас вручаешься? Ты я вручаюсь, а не спрашивать с меня, все равно не надо. Как бы теперь... Скажи мне, пожалуйста, твой позывной тоже. Как бы я тебе представился. Это некрасиво будет получаться с вашей стороны. Седьмой. Твоей лично. Седьмой, хорошо. Можете ехать, я говорю то, что приедете, он тут будет. Он тоже пойдет. Хорошо, мелкий, видишь, мы с тобой по-хорошему пытаемся. Да я знаю. По-хорошему, человека чуть не уволокли спящего. Да. Сталкер, по-хорошему этого человека должны были на месте застрелить. По-хорошему. Ну, если застрелить, ты что, не на человек? На территории базы нейтралов? Тем более, да. Ребят, у нас сейчас на кордоне введено военное положение. Мы разыскиваем нескольких беглых преступников, которые мародерствовали. А что, кажется, против вас беглый преступник? Да? Военное снаряжение. Так военное снаряжение тут ученые раздавали в свое время. Тут у каждого у меня было... Все будем изымать, все, что раздавали ученые. У меня было снаряжение, как, ну, я не знаю, фигово туча. Я тогда не знаю, где лейтенант Череп куда пропал, я ему этого все сдал. Конечно. Лейтенант Череп дезертир. Можешь явиться на КПП. Его тоже в розыск подали. А я ему сдавал он тогда. Как бы. Понимаешь, а нашел я это. Кто военный, вот ваш, да? Я не знаю, кто это. В аномалии, походу, умер. Ладно, все, мелкий, не будем мы тут с тобой лясы точить. Давай ждем вас тут тогда.
Это я прям вообще уже.